Один из этапов нашей жизни – старость. Именно в это время человек по объективным причинам не всегда может себя защитить. Пожилые люди нередко становятся жертвами преступников, ведь в силу доверчивости и возрастных особенностей они становятся уязвимой категорией граждан, а потом нуждаются в постоянном внимании и заботе, потому как преступники под различными предлогами стараются их обмануть, похищая деньги, выманивая информацию о банковских картах и другое. В связи с этим сотрудники милиции на постоянной основе проводят профилактические рейды. Этот раз не стал исключением. Сотрудники милиции Брещины на регулярной основе посещают по месту жительства одиноких, одиноко проживающих, а также проживающих с гражданами, в отношении которых осуществляется профилактический учет и наблюдение. Совместно с сотрудниками Ленинского районного отдела внутренних дел Бреста мы посетили пожилых граждан, чтобы в очередной раз провести с ними профилактические беседы, поинтересоваться о состоянии здоровья, а также узнать, в какой помощи они нуждаются. Во время профилактического рейда сотрудники милиции вместе с сотрудником МЧС посетили по месту жительства одиноко проживающих брещан. Вам когда-то, может быть, звонили мошенники, пытались узнать у вас какую-то информацию, может быть, расчетный счет, номер банковской карты? Нет, мне, к счастью, не звонили, и я бы и не открыла им. Правильно, не открывайте незнакомцам двери. Если вам позвонили, пытаются узнать какую-то информацию, просто положите трубку, сразу же автоматически набирайте по телефону 102 и говорите о том, что сейчас произошло. Постарайтесь запомнить тот номер, с которого вам набрали, для того, чтобы передать милиционеру. Как выяснилось, пока ни у кого из посещаемых не было причин и поводов обращаться в милицию. Вторжения в квартиру под тем или иным предлогом не совершались, но странные звонки поступали. Было уже давно. Вас выпытывали. Какой счет, какие это, я сказала, у меня никакого счета нет. И отстали, и все, больше не звонят. Но у меня нет, правда. Ну, вы знаете, да, если звонят да, с знакомого да. номера, кладите трубку, да. не отвечайте. Никаких денег у меня на счету нету, и все, отстали, и все. Как ко мне таких-то не было таких, ну, вот по телефону, 3 раза. Все, у меня сын все сын это знает, сказал, мама... Такое-то самое. Отвечай так, как я сказал. Сотрудники милиции всегда начеку, поэтому подобные специальные комплексные мероприятия будут проводиться и дальше.